Эх, вот это. Раз-два, раз-два. Ну что? Ну все. Взять кредит может каждый дурак. Вопрос в том, как взять его правильно. А правильно – это взять его по чужому паспорту. Это легко. Нужно найти кого-нибудь похожего на вас. Вот я тут порылся в одноклассниках и нашел очень похожего на меня чувака. Теперь надо втереться в доверие. Бля, привет, чувак Сережа. Мы с тобой весьма похожи. Как дела? Давай дружить. Вместе водку, пиво пить. Да. Будем песни петь с тобою. На рыбалку летом сходим. А холодную зимой с горки съедем ледяной. На здоровье. А теперь надо узнать, где Сережка хранит свой паспорт. Посмотри сюда, Сережа. Вот на фотке моя рожа. Я на паспорт с бодуна на смартфон заснял себя. Ни***а себе, ну тебя и разнесло. Ну теперь-ка ты покаж. Ты поди сам, алкаш. Нифига, вот посмотри. Я нормальный, не пи***. Ага, паспорт в столике. Ну, теперь дело за малым. Напоите его до невменяемости. Ай, Сережка, ай, друган. Что, бухнем или не пацан? Отвечаю, ты, бля. Литр выпью за тебя. Чтоб налить Сережке водки, нужно некую сноровку. Ведь себе-то надо лить только воду, чтобы пить. Как Сережка отрубился, в дребодан свинья напился. Паспорт смело забирай, в банк кредитный с ним ешай. Вот так, благодаря Сережке, я стал богаче на 648 952 рубля. Спасибо, Серега! Спасибо, кредитный банк! Верь в удачу, стань богаче! А в следующий раз, друзья, я научу вас, как взять кредит на чужой паспорт и не сесть в тюрьму. Подпишитесь! Вместе мы победим! Я верю в каждого из вас! Подписывайтесь! Подпишитесь! Я верю в вас! Подпишись! А не то мы порубим вас своими мачете!